мы где-то переживаем, потому что это проект не просто, который мы взяли, вот придумали, сидели, вот давайте что-то новенькое сделаем в городе. Потому что, когда мы приходим домой к этим пожилым людям или к родителям, у которых дети инвалиды, то волей-неволей ты обращаешь внимание на быт, который они живут. Потому что, когда ты приходишь с продуктами питания и понимаешь, что кроме продуктов питания им еще нужна помощь, то ты не можешь быть равнодушным. Вот яркий пример, который меня вообще выбил из колеи. Приходим к бабушке, идет дождь, зима, представьте, и на молдаванке потолок, который из соломы какой-то, не знаю, что там внутри, вот так висит прямо над головой, и где-то 15 тазиков в комнате, где собирают воду, которая течет с крыши. То понимает, что продукты питания хорошо, и она одетая как на улице, понимаешь, что это человек, который живет рядом с нами, и мы просто не знаем, что у него, он живет в такой, в таких проблемах. Конечно, можно ругаться, говорить, вот, сами виноваты или еще, но это не наше суждение. Это Божий вопрос, а наш вопрос – помочь. В этой ситуации Бог проверяет и этого человека, и нас проверяет. Потому что, когда придет в нашу жизнь, может быть, беда, лучше бы, чтобы она не приходила, то, что мы делали, оно все-таки будет играть потом и в нашей жизни важную роль. И очень важный проект. Я не знаю, не слышал, я долгое время занимаюсь благотворительностью, чтобы кто-то занимался этим в каком-либо городе Украины, а может быть и даже в других странах. Это уникальный проект. И на базе «Собери подарок сироте», как мы собирали подарки для детей, приблизительно такая же схема. А также на базе «Добрый гость» второго проекта нашего возникает уже третий проект. И я думаю, что делая жизнь соседей, жизнь этих бедных людей лучше, мы делаем свою жизнь лучше. Так что присоединяйтесь. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто нам доверяет, потому что для нас самое главное – это доверие. И вы знаете то, что те продукты или что мы собираем доходят до адресата, и мы отчитываемся, и мы рады, что к нам доверие растет. Я думаю, что и через этот проект мы тоже сможем помочь многим-многим людям. Так что спасибо еще раз за доверие, и мы начинаем новый проект.